Друзья, 4 октября. Снимаю продолжение предыдущего видео, как и обещал. Мы находимся в городе Мишока. Мишока, если не ошибаюсь. Это мы отъехали 80-90 миль от Чикаго в сторону Кливленда. Находимся между Чикаго и Кливлендом. Город Мишока. Городок. Штат Индиана. Фэрфилд, друзья, вспомнили мы. Вот я вам пришел снять. Фэрфилд. Фэрфилд. Inn and Suites от сети гостиниц Marriott. Фэрфилд Marriott. Вот такой пейзаж. Типичный американский городок в центре Америки, на севере. На севере. Вон там гуси ходят. Гуси. Там Best Buy, вот там Plaza, с той стороны, где белые здания, с той стороны вон там Ross виднеется, Michaels, Gucci, Best Buy, американские машины, Town and Country, Chrysler, по-моему, Chevrolet забыл, такую тоже мы Кристинке присматривали. Ну, как бы вот все, Fairfield Inn and Suites Marriott. И вот наша машинка стоит. Грузовой вен, самый большой вен из всех венов. Самый продаваемый вен грузовой во всем мире. В Европе и во всем мире. Самый продаваемый вен во всем мире. Это Ford Transit Cargo. У нас High Roof комплектация, высокая крыша и Extended Cargo. Длинная зад, скажем так. Вот. И вот здесь тоже еще гостиницы. Какие-то куча всего. Best Western Plus. Best Western Plus. Вот эта гостиница. Вот это тоже гостиница. И вот наша гостиница. И вот наша машина. Все, держим путь в Кливленд. Держим путь в Кливленд. На другое озеро. По 90-й, по-моему, I-90. И потом от Кливленда начинаем спускаться вниз уже. Питерсбург, по-моему. Питерсбург. По-моему, Пенсильвания, если не ошибаюсь. То есть мы сейчас поедем в Кливленд. От Кливленда поедем через Охайо. Спустимся на Пенсильванию. Питтсбург. Не Питерсбург, а Питтсбург. Громадный город Питтсбург в Пенсильвании. И оттуда домой, Западная Вирджиния, наверное, или Вирджиния сразу через Пенсильванию. Посмотрим, будем держать в курсе, постараемся. Все, всем пока.